16.2.081.2.07.2018, обновлено, 16.42 12 июля 2018 года, 18.867 Москва, 12 июль, РИА Новости. Мосгоризбирком зарегистрировал действующего мэра российской столицы Сергея Собянина кандидатом на должность столичного градоначальника на предстоящих выборах, передает корреспондент РИА Новости. Собянин 2 июля сдал в избирком как самовыдвиженец 39 689 подписей избирателей, а также 115 подписей муниципальных депутатов. Это максимально возможное число подписей депутатов, которое кандидаты могут предоставить в избирком, в соответствии с решением Мосгоризбиркома. Проверено 7217 подписей избирателей, представленных кандидатом на должность мэра Москвы Собяниным. Недействительными признаны 23, или 0,3% подписей избирателей. Таким образом, кандидатам на должность мэра Москвы Собяниным предоставлено достаточное количество достоверных подписей избирателей, сказала член столичного избиркома Рима Кузнецова в ходе заседания. После принятия решения председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов вручил главе избирательного штаба Собянина Константину Римчукову удостоверение о регистрации. Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Изначально на регистрацию кандидатами в мэры Москвы подали документы более 30 человек, однако свыше 20 из них не смогли собрать подписи избирателей и муниципальных депутатов в свою поддержку, другие по собственному желанию сняли свои кандидатуры. Двоим кандидатам, экс-депутату Госдумы Дмитрию Гудкову, выдвигающемуся от партии «Гражданская платформа», и самовыдвиженцу Владимиру Кувшинову, было отказано в регистрации из-за подачи неполного пакета документов.